Хочешь показать, как я делаю это? Шоколадные фонданы. Фонданы-манданы. Масло сливочное. Леша. Алло, Леш, да? Алло, да-да. Нет, все, больше ничего, Леш. Не, ничего не покупай больше. Молодец, хорошо, добро. Давай, ждем. Это. Короче, смазывать надо креманки перед тем, как делать шоколадный фондан. Надо сперва... Ой! Упала нахрен. Так, надо смазать их сливочным маслом внутри, хорошо, каждую. Вот, я их помыл, вытер насухо, потому что они с магазина. Смазываю их сливочным маслом, прям хорошо-хорошо, до самого верха. Вот, и потом берем, у меня есть какао, можно сахар, или, ну да, лучше, ну, лучше какао. И посыпаем их этим какао изнутри. И убираем в холодильник, потому что, чтобы масло не потекло. А потом, когда приготовим уже сам раствор на фондан, мы уже туда его... Я ж бегом, понимаешь, мне пришли сегодня эти ремонтники. Они, короче, они сделали мне наличники, поставили. И вот это ж я ждал, пока не пойдут, чтобы бегом побежать. Ну, ты уже все доделал. Ну, наличники, да. Так, насыпаем какао, покажи. Вот, иди сюда. Я смотрю. Вот сюда, прям приблизь. Угу. И вот так мы его крутим по кругу. Вот так. Таким образом оно пристает к маслу. Угу. Вот, вот так вот. То, что они там испачкались снаружи, ничего такое получается внутри. Как будто все в какао. И все это мы... Сейчас я руку помою, бо, блин, видишь, что творится, Игорь? Я когда пишу, у меня вот это начинается паника, и у меня все из рук валится вообще. Но можно сделать аккуратно, понимаешь, да? Вот сумасшедший. Так, и вот опять по кругу. Вот это мне женщина посоветовала, так сказать, тетка. Вот над раковиной, говорит, вот это все делай. Ну все. Ну, конечно. Так, сейчас. Следующую. Так. Ой, Игорь, ты ж бачишь, я волнуюсь. Я что-то волнуюсь. А я знаю, спроси. Чё? При тебе волнуюсь. Так. Короче, засрал все на свете. А что это вообще-то? Игорь, ты же не понял. Это будет шоколадный фондан. Он выпекается в этой формочке. Mm-hmm. Но его ж надо куда-то насыпать, понимаешь? То есть он для этого формочку, чтобы оно не прилипло, чтобы этот фондан хорошо вытащился. Его обсыпают внутри, маслом сливочным обтирают. И на масло насыпают это какао. Там, где есть масло, он прилипает. Mm-hmm. И все. И когда ты будешь печь, он хорошо снимется. Но мы засрали, то есть я засрал вот эти формочки. Я хочу их как-то оттереть, может быть. Сделаю только хуже. Я так не могу. Должно быть все красиво. Ну хотя бы так. Ребятки, я все готовлю и следом же убираю, понимаете, чтобы не было наставлено. Это у меня мусор, это шоколад, сахар, ванильная пудра, это масло мне надо на это все надо мыть, вот, вот сюда, вот, это мне надо на рецепт, так, это тоже надо на рецепт, еще надо 2 яйца, это в мусор, вот у меня, видите, быстро, то говорят, что ты там, это самое, типа, ну, вот, я же достать должен, понимаете, и специи достать надо, и соль надо достать, и то надо достать. И все надо убрать, все надо протереть. Вот. Соус уже уварился, то есть то, что надо. Сейчас я вам покажу. Ой, что-то оно сильно уварилось. Бляха. Ой, матерь боже, что это? Твою мать. Ребята, я бы расстарался. Ну что оно? Перетру через сито.
Я попробовал, ложку помыл, видите? Короче, ладно, это я перетру через ситечко. Ну, короче, не получилось. Ой, засрал всю эту. Как ее отшкребать, оно все равно прилипло. Ой, Версалю и Лувр, привет, дорогой. Да. Ой, Версалю и Лувр, привет. Версалю вам привет. Приветик, привет, рад видеть. Говорит, Версалю. Ой, Версалю и Лувр. Я сразу зашел, ну, такие двери. Ручки, ручки, Версалю. Спасибо. Слушай, а что вот это за ящик? Где? А, это то, это я Коля покупал. Для Коти. Не, это я вещи перевозил. Ну, показывай теперь Лёше. Да ну что, мне прям стыдно. Смотри, какой классный у него шкаф. Ой, Версалю и Лувр. А кто тебя порезал сбоку? Это я сам, когда брился такой. Боже, я думаю, что... Так удачно побрился. Ванна, ванна. Вот сразу первая ванна. А сейчас я... Ну, давай. Я не буду, я надивлюсь. Я надивлюсь. Сразу в ванну. Да. Ну, что сказать. Да, лучше действительно эта стена стала выглядеть, вот, правда, чем... Когда это? Да, оно было не... А что тут еще будет? А там будет, типа, я думал, знаешь, такой взять светильник, как подсветку вот такую прямую. Ну вот не знаю какую, под старину брать не хочется, старинной такой нету. Один светильник покупать, он не по центру. Старинная, в тебя уже... Не, ну вот это, кстати, я сниму, да. Вот это мне не нравится, а да. Но, во-первых, пачкается, и я пользуюсь мылом, которое вот лучше, я куплю, знаешь, как бутылочка, которая с дозатором, вот такую, взять новую. Так, а ну, сниму? Мешает. Ну, только под это. Под ну, вот такое вот, новое, только не под старину даже, просто вот новое, бронзовую. Ну да, под какую-то, под лантуль. Кнопка, знаешь. Виляд, это то, что тебя обсирало за то, что золотую кнопку там повесить. Да, да. Ну, а тут нормально, удобно, не разбрызгивается. Ну, смотри, когда в ванной моешься, что-то говорят, что стекло должно быть тут. Ну, в принципе, ну ты же как? Не рядом. Ну, вот, смотри, ну вот ты, что ты будешь вот там стоять мыть, Саш? А что там, тянуть на себя? А если высок, ты не дотянешься просто. То есть моются вот там, где душ отходит. Вот возле крана. Ну, вот я тут становлюсь, помоюсь. Ну, бывает, что-то брызгает. Ну, я не заморачиваюсь. Чуть шире ее просто. Ну, если бы была чуть-чуть шире, вот так. Да, может быть, было бы лучше. Но я не захотел. Такое, да. Она открывается, он полностью отсюда. Утки держат в трюмах. Да, это для полотенец. Это вот там для этого. Тоже для утка такая там. Ну, такое, консоль. Это все как бы рабочее. В плане. Томас, осторожно. Это типа... Там счетчик все делал. Клизма, счетчик. Все, что надо для жизни. Духи клизма. И счетчик. Все, что надо для жизни. И вот эти тоже открываются, шкафчики такие. Класс, а вот это что? Это тут пусто, там можно хранить пылесос, хересос, что угодно. Ведро для мыть там что-нибудь. Вот это сушилка, прекрасно все. Это стиралка. Стиралка и сушилка. Переложил из стиралки. Сушилку. Да, люстра такая. Дебелая. Шо, такая, да, если 16... что-то отвинтится, да, в темечко встрянет. А, нет, это шутка. То все. То все, да. Оно насквозь у меня, Игорь, прокручено, насквозь бетон пробит. А ты сначала хотел вот эту туда, да? Да, вот эту хотел туда. Ну, вот она такая, это в Италии. Ты тогда не был, да? Тебя не было, то мы с Юлей были. А что она как-то как кривовата? Она кривовата, кажется, вот когда ты смотришь, она кажется как кривая. Вот снизу стань. Снизу все по центру. То есть оно так кажется вот визуально, что она как кривая. Да. Какие-то пропорции так сделаны. Да, а оно же получается просто как бы чередуется. Рожок с вот этим... А что ты не захотел, чтобы были, допустим, матовые стекла? Нет. Да, красиво. Матовые, Леш, воздух, свет не пропускают. Да, так оно... Понимаешь, оно... Вот говорят фаску снять вот эту. Вот, допустим, тут нету, вот ровное стекло, мне ничего глазу не мешает. Вот посмотри вот на вот это стекло на шкафу зеркало. Вот если мне сняли вот так фаску... Вот ты глянь в зеркало просто, подойди. Удобно смотреть? Неудобно. Ну, как-то... Оно мешает, то есть раздвоение вот это идет, как глазам, как больно. Ага. Вот, и так бы стекло вот это преломлялось бы, понимаешь? И ты смотрел бы вот так. Боже, Самвел, ты это все будешь вот это за этим ухаживать, вот это все стекла мыть, вот это я все? Не знаю. Это я что-то в этом сомневаюсь. Я буду нанимать. Пошли. Я кость найму. Сколько надо рук сюда приложить, чтобы вот именно эту красоту поддерживать, ну, в том... Видя, да, как она поддерживает. Ну, это витрина, ты видел витрину, да, по-моему?
Так, надолго ковром не будет? Да. Не хочу ковра. Ну, можно бы тут какой-то... Все, как раз все поставил, что хотел. Ну, я все уберу. Мне кажется, что она могла быть бы чуть выше, не? Могла, да. Ну, могла, но не могла, да. Могла бы, повыше можно было, да. Я вот эту всю мелочевку уберу, я хочу сюда именно сервиз купить красивый и сложить сервиз. То есть я не хочу, вот эта мелочевка, она как детский сад. Конфеты, как у меня. Да, это ж Лена с Москвы. Лена с Москвы. Это часы, да, мои, в разобранном виде там. Красиво. Такое. Вот это с этими, с мальчиками. Да. Ну, это такое говно тоже купить за 700 евро, вот эти две лампы, блядь, оно того не стоит. Почему? Ну, если бы это была бронза или что-то. А это Ваня скидывал... посмотрел, это мрамор. Вот Ваня, который делал, он сказал, да, это мрамор, покрытый лаком, говорит, просто. А это, как бы, ну, это какая-то композит или что-то, такое, ну, какое-то говно. То есть не бронза, не... Это шо? Даже не бронза. Это ты шо? Это не бронза. Слушай, ну, я хотел спросить, Прошу, посмотри. Ой, шо? И тут, жель, жель погоняет. Жель на бронь. Да. Класс. Ну, такое. Ваза, да. Идем спать. Мне нравится вот материал вот этого подоконника столешника. Это ж, да, ну одно и то самое. Что то. Пошли. Сейчас подожди. Мальчики со свечами. Ну, прикольно. Ну да. А сегодня приехала люстра уже сюда, в соседнюю комнату. Вот сюда. Говорит, как в Большом театре. Да не, ну там, она 30-килограммовая, тяжеленная. Тоже там женщины такие изображения на ней красивые. Это соседка дарила моя, Валентина Афанасьевна, она вышивала. Очень красивая, кстати. А ты так... что, поставил ее в рамку сам? Не, она в рамке, так мне все дарила. А это Коля с Италии привозил такую. Вот, да? А, мне кажется, сюда это хорошо стало. Так. Смотри, какие браши. Да, мне вот эти нравятся. Он... Не работают. Да? Смотри, какие. Это при экономике, да, поставил? Ну, это, да, или такие. Свечей. Да, да. Везде хорошо, такие, и тут, и там. А вот. Хорошо. Все, оно как бы... Смотри. Все, тут... Да, очень. Не, но все-таки... И тут, слушай, подсветка. Но все-таки... Ты... Слушай, 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 но все-таки, послушай. Да. Красивейшую люстру ты повесил в ванну. И, Игорь, ну, там она, понимаешь, почему? Она удлиненная. Ну, туда бы не пошло вот то, что пошло на кухню. Оно бы не смотрелось, понимаешь? Ну, вот она удлиненная. Ну, она вот а посмотри, вот, Леш, сам быть? Посмотри. Ну, вот что? Она, если бы она была широкая, она показала бы, что мало места. Вот, а так она как бы в длину, понимаешь, вот идет. Она как бы наоборот пространство это сделала. Очень красиво. Ну, надо сказать, что, конечно, все преобразилось после того, как да, она стала. Это спальня. Мебелью, отделка, все, понимаешь, она стала... Спальня, камин. Фальш-камин. Канделябры, да, ну. Оно все равно красивое. Это еще доделают мне внутри, ониксом сделают. О, так это здорово. С подсветкой. А вот эту вот стенку, ты не хотел ее как-то обработать, чтобы она не была белая, как? Так он сделает. Не. Да? Якусь. Внутри? Да. Это ж ониксом. Внутри сделают оникс сделает. И подсветку к нему. Оно будет гореть, как, нет, типа. Как полка красиво смотрится вообще. И как полка под это самое. Думаю, так, Леша, когда как не доделал. Леша, а что ты... подожди, а как ты думаешь, что вот это? То он знает, что это телевизор. Он знает, что это телевизор, да. Да ну как? Ты же неужели бы не подумал, что это телевизор? Ну я бы не понял бы, что какая-то рамка, все, картина висит. Ну что-то казалось, что понятно. Нет, ну я просто не слышал о том, что там телевизор. Телевизор картина, да, вот такой. Я просто. Мне кажется, интереснее, чем просто черная. Чем просто черная дырка. Вот это мне Виталика отреставрировала, они были черные. Вот это с часами в комплекте, вот которые там вот у меня часы разобраны. Так к ним. И будешь выбирать свечи. Я хочу купить свечки, да, большие я, такие. Да, смотри, как красиво. Я знаю, что ты тоже так и любишь, поэтому я. Да. А это современное, это мне Кристина это дарила. Кристина, да, я помню. Нет, вот а это вот старая рамка немецкая. Это, по-моему, Мила дарила мне. Ну, видишь, оно как-то так гармонично все. Ой, красотень. Вот картину. А какая-то. Картину вот эту ты над кроватью, а тушу. А эту, я думаю, наверное, вот сюда. Вот я вот что, Леш, купить? Смотри, у меня есть выбор. Шкаф вот сюда. Старинный, можно взять красивый такой, знаешь, высокий. Вот так стоял. Ну, вот, конечно. Вот, ну, до сюда примерно. Вот, ну, вот отсюда, где-то вот сантиметра вот так вот, да? Так. Тут тумбочка прикроватная. Так. Тут можно повесить картину возле шкафа, между шкафами, вот этими заголовьями.
отцентровать, вот повесить картину, вот эту, допустим, миску. Или другую, неважно. Ну, или фортепиано со стульчиком, фортепиано красивое, поставить канделябры, все часы, сверху картину можно повесить, и вот такое. Ну, слушай, а вот... Тебе... Потому что у меня шкаф. Шкаф. Тебе не хватает шкафов? Тебе нужен шкаф? Ну, вроде как хватает. У меня большое место под кроватью для постельного, для подушек, для одеяла. Это все уйдет под кровать. Вот тут, Леш, кстати, вот тут есть рубашки. Потом посмотрим, если какие тебе понравятся. Тебя... Они тут новые. Вот эти вот новые. Видишь, они с этими, с этикетками, с херетками. Вот такие, мне кажется, тебе подойдет. Вот что понравится, возьмешь. Потому что я... Если ношу, то только такое что-то там когда-то одеваю. И, ну, в общем, посмотрим. Это такое. Если тебе не хватает, понимаешь, шкафа, если тебе надо еще... У тебя же много ты забрал с планетной. Я все выкинул. Почти все. Почти все выкинул. Книги отдал. Книги отдал, одна осталась. Украшение Русского музея. Кабрашурка. Ну, мне осталось. Не, две стопки книг. Смотри. Нет, просто я их уже читал, они мне не надо. Да, кажут, на свинью похоже, но мне нравится. Слушай, Леш, книги некуда просто ставить, и они прочитанные. А те, которые я не читал, или которые там вот «Мастер и Маргарита» подписанная там в Москве, что я оставил, там какие-то кулинарные немного оставил. То есть те, которые мне надо были, я пооставлял. Вот не знаю куда. Ну, все равно не в шкаф этот. Ну, идея с фортепиано мне нравится. Вот я думаю, знаешь, что можно сделать? Если купить фортепиано, поставить, даже повесить картину, то сбоку можно сделать еще какие-то полки для книг. Ну, как бы, да. Не, да? Ну, чтобы над фортепиано были книги, не надо. Или не надо? Нет. Можно, может, и не надо. Просто фортепиано, часы, подсвечники, картина. А вот сюда иди. Вот если только, Леш, вот сюда. Если только вот сюда, вот какую-то тумбу такую поставить. Я думаю, можно купить граммофон. Ну, то такое, знаешь, это уже бред собачий. То есть, вот такую какую-то тумбу сюда поставить. Такую какую-то, я не знаю. Чтоб, можно открытую. Как, типа витрину такую. Да, можно открытую. Ну, не угловую, а вот какую-то тумбу. Может, невысокую вот такую, как ящик, чтобы складывать. Вот что-то такое. Может быть, подумай. А фортепиано как тебе? Идея. Ну, я говорю, что хорошее. Ну, если бы я еще был играющий, понимаешь, что... Да, вообще, да. А если я не играю, то что? Ты будешь давать дома уроки, будут приходить ученики к тебе. Ну, это в старости, кстати, вариант. А зачем оно тебе надо, вот это на уши, будут орать? А жить за что будешь в старости? Ну, нравится. За что сейчас живешь? Может, сам было нравится. Слушай, что я хотел сказать. Ну, надо... Это оно как ротан такой, оно там расплетается где-то. Это не страшно. Ну, классно, хорошо. Ой, мне нравится вот эта обивка. Это новая пепе. А это ты видел, да? А обивка там была другая когда-то? Да, была. Ее, по-моему, вообще не было. А это тебе не отбивали? Не, это старая. Как да, это как есть, так да, она. Конский волос? Да. Знаменитый конский да. волос? Да. Кревскую волос? Да. Ну, такое вот, в общем. В общем, такое. Так, что тут рыба, подождите, у нас... Понимаешь, ты говоришь за эти полки на фортепиано. Запекается, запекается. Во всяком случае, вот, знаешь, когда ты рассказывал тут насчет этого, вот как-то не воспринимал я. За что, за что? Сейчас нормально. Ну, ты говоришь, тут будет то-то, там всего-то. Ну, а, ты там... Думаю, ну, потому что я вижу наперед, как бы, как я хочу. Ну, а может, полки... Да, это там у меня. Кисточки, лампочки. Там у меня такой. И ключ мне нравится. Ключик, да, вот это я тоже мне понравилось. Но все-таки, Леша, вот я бы все-таки приобрел... Буфет будет классный, знаешь, и фортепиано классный. И фортепиано, Игорь ножками, все равно свое не оставляет. Знаешь, с такими ножками. Но... И классный такой буфет, знаешь, чтобы... Буфет, и главное буфет такой. Вот тут бы поставил, допустим. Ну, наверное, тут, да. Знаешь, вот были буфеты, в которых еще досточка высовывается, вот хлеб на них резать. Помнишь, в селе такие были? Я имею в виду не кухонный буфет, а такой буфет-серван, знаешь, как были раньше. Ну вот тебе чем не буфет, в витрине. Дворянских. Мне кажется, этого достаточно. Ты что-то другое хочешь? Что-то будешь? Ну ты что, не понимаешь, какой я буфет? Я думаю, картины вот пару штук там повыше. Ты не понимаешь, какой я имею в виду? Нет, я не могу понять. А зачем розетки так высоко? А это планировалось, ты знаешь... Планировалось, что тут будет телевизор висеть, вот так вот, вниз, пониже, понимаешь, вот так вот. А тут планировался камин, смотри, тут планировался камин и сверху телевизор.
вот та композиция же там, оно сюда. Ну, потому что витрину некуда. Она еще трошки чуть-чуть сюда подвинется. Это я уберу их, закрою и заглушу. Вот, сверху там подсветка, да, есть? Да, да. Ну, нету света, чтобы... Понимаешь, оно... Шторы не пропускают вообще свет. Если их закрыть, будет ночь, понимаешь? Это мы это вчера вешали, когда Игорь тут гулял. Да, да, он девочка, говорит, в окне стоял. Обосрали, Леша, мои шторы. Обосрали, сказали, что оно все... Что это за кейч? Ну, смотри, я закрыл штору, закрою ее. А что им не нравится? Типа темно, боже, как темно стало, ну так у меня нет света, у меня нет света в квартире, ну как я включу, чтоб, а для чего шторы, чтоб свет проходил везде окон. Их раздвинь, вот, раздвинь, и тебе опять светло в твоей квартире. Тебе не надо задвигать. Что за, что за глупость? А это просто для красоты, да? Ну да, но она, надо, можно ее отвязать, она закроется. Вот это мне нравится, это как... Точно, в Версальском дворце. Леш, его, если понимаешь, опустить, вот, раз это самое, оно закроется полностью, чё? Это можно представить такой конский конечно. Хвост. Леш, оно да. закрывается, смотри. Вот это? Да. Mm-hmm. Если тебе надо отстегнуть их. Хорошо. Отстегиваем. Вот. А там оно дальше, наверное, может... Ну, это тебе, оказывается, когда-то Алексею от Илоны из Твери... И я не передал. Там еще Валентин Иванович есть часики и ложка. Спасибо. А это тебе именной набор столовых приборов тоже. Зрительница вот эта. Спасибо другая большое. Немножко уже тоже. То Илона, а то другая зрительница. Вот такие подписные ой, ложки. Ничего себе. Покаж. Угу. Чайная ложка. Красиво, молодец. Ну, такие, да, вот ложки. Большое. Передал уже, ну, конечно, это, наверное, месяца 3-4 у меня было. Это до карантина тебе еще, наверное. Не до того было. У тебя столько свалилось на тебя. Спасибо большое, очень вот. Приятное такое. Это как, знаешь, вот до сих пор у меня там елочная игрушка, которую там Лена, по-моему, девушка мне расписывала из Москвы. А у меня вот эти. А у меня вот эти. Между прочим, твой кот. Ой, это я храню. Ой. Твой кот, это Игорь. Ой, это ты, класс, это Вилька, класс, это вот Леша. Очень, очень красиво сделанные. Да, игрушки. Это руками. Прямо вот как... Вот есть такое, что я храню. Вот как это эти? Как... Ты сделал, это она кота тоже прислала. Это она прислала меня. Техника. Так. Как старинная. Вилька ну, очень, больше очень не кот мне особенно. Есть знаешь, Коля нравится? Еще с этим. Да? Да, Вилька. Ага. Есть Коля еще с лицом. Томас, тебе тут не надо. Томас, вот это тебе все надо. Да, вот, ты больше надо. С лицом никого. Нет, вот. А вот эти вот куклы, это что тоже? Ну просто это она делала, делала да. А. Ну просто это без лица красиво, уже. А, это просто не именные. У нас другие, именно да? Вот такие, да. Вот Томас, стекай. Где сюда же такая... Ну, такое тут обезьянка стеклянная там. Ну, мама ж у меня так... позагребала все игрушки. А ты будешь ставить елку? Ставь здесь елку. Буду, да. Обязательно буду. Ставь. Буду. Здесь вот эта квартира, она как просит. Какой-то. Да, да. Ёлка. Томас, ну что ж ты как свинья так по одуванчикам? Ну нельзя так. Ну симпатично. Так что у меня молодец. Все вот эти. Красиво дело. Вот это, по-моему, сейчас подожди. Какую-то еще. Это что-то. Что-то, по-моему, думаю. Что-то. Нет, что-то... тут больше ничего да. нету такого. А вот это не я, не я? Может быть, да. Что-то может я быть, помню, да. что у меня тоже такой был. Да. Похож. Ну, тебя я храню уже... все вот эти. Покажите, мне так этот кот нравится вообще. Класс. Да, обалденный. Спасибо, мастеру, хоть и не такому искусственному, как слушай, вот эта девушка. Нет, женщина, все очень хорошо делала, у тебя получилось. Слушай, да. Самбелла, помнишь, ты говорил, у него вылазило что-то там, уже не вылазило. Все, тут вот фу, да. Ух ты ж, толстяк такой, толстяк. Прижився тут такой хозяин, слава ну я, Богу, на новой все, квартире. Все там пустик слушай, у мамы. Все болезни минули в этой квартире, лейкемия, СПИД. Но у него коронавирус. Ну, ПЦР так, Игорь, пока. Ну, оно уже сказали, не опасно для него. Уже не опасно. Любви, счастья. Вы очень талантливый человек. Илона Тверь, 17 декабря 2019 года. 17 декабря еще. Спасибо. Ну, это но она подписала, а пришло оно позже, а потом... Спасибо вам большое. Как-то приятно. Я не мог отдать, ты представляешь? Спасибо. Это... Вам тоже я всех благ вам. Я ж перебирал, все нашел, потом думаю, так, это отдать. Прикольно. Игорь, можно носить два крестика, нет? Да.
То говорят, что ой, это два креста, две судьбы, два горба. Главное, чтобы ты придерживался заповедей. А, так... а мне кажется, главное... Это лучше, чем ни одного. Это да. Точно. Да, это две защиты. У тебя крайности, то ты снимаешь... Ну, Игорь, у меня же разные, я же мечусь. Представь, как у священника такой повесил. Душа проходит все этапы. Но никогда не снимай крест. Ну вот иногда не хотелось. Сейчас, да, Лёш, давай мы это самое сейчас вытащим вот это. Наверное, это готово. Ой. Ой. Так. Сейчас, наверное, вот это, ребята, я вытащу. Так, я думаю, что готово. Такая красота у меня получилась. Ой-ой-ой. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Видите, жирок никуда не вытек, противень чистый. Вот. Так, это мы пока выключим. Я ж хочу фондан сделать, Лёша. Твой любимый, все куплено. Я все шоколадное люблю. Мне что, брат, все готово. Что, тебе что-то помочь там был? Да вот я не знаю, мне знаешь, что надо. Ты расставь, вот это, Игорь, ты убирай вот эти в сумку иконы свои. Ага, вон я принес там тоже. Иконы. Чаю, да, ну чаю. Зачем? Вот, ну я не могу что, вам... с этим ходить. Так, знаешь, давай мы сразу... Что тебе доставать? Я что-то не понял, что это ж, блядь, посудомойка американская. Так, три тарелки. Сейчас я на них выложу. Ой, рыба, да. Вкусненькая. Да, ты только что вытащил. Еще булькая. Еще булькая. Так, знаешь, Лёш, возьми, вот, возьми вот эту штуку. Ой, какой у тебя гарнитур, ты что? Мария Антуанетта, ложки, вилки, ножи. Бери вот эту рыбу каждому по кусочку, сюда тарелку ставь, ага. И накладывай прям над противнем. Хорошо. Так вот, да, шоколад. Надеюсь, я тоже надеюсь. Я сделал джем, смотри, для фондана. Купил малину свежую, хотел же, чтобы сделать соус. И ни хрена мне не получилось, оно получилось как варенье. Ну, короче, испортил. Так, следующая тарелка. Прекрасно. Замечательно. Уже кто талантливо получается, Люша. Игорь, а ты неси это оттуда на кухню. Куда нести? Туда на стол. Да. Ой, такие вот веточки. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот так. Все. Вот так, шикарно. Игорь, а мне это не сложно. Все, ложи сюда эту, это на стол. Так, теперь надо сделать салат. Меня вы не напрягаете. Мне в удовольствие. Так, ну, давай, что ты... Йент у нас стол. Смотри, какой прибор. Это серебро. Серебро. Что-то я видел в видео, что прислали, да. Тебе. Так, это хлеб, который отлично. У меня был, но у меня нету. Так, сейчас, знаешь что, давай сделаем... Давайте сделаем салат. У меня есть желтые помидоры, есть огурцы. Это Белёша, гжель. Раз тебе гжель понравилось. Салфетка, тебе на скотум. А я себе такую возьму. Все, ребята, мы садимся кушать. Да. Так и вот у нас тут. Слушай, так может свет потушить? Столик. Так свет не горит. Вон, вот тут. И на кухне. Тю. У меня свет в ванной. У меня везде горит. Они ничего не тянут, эти лампочки, да. Так, все. Едим. Ой, господи, везде свет. Все. Приятного аппетита. Да. Я вас рад. Вы первый раз у меня в гостях, так сказать. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, очень... что пригласил. Да. И всегда у вас двери открыты. Любое время. Все, давайте.